Масштабная реконструкция Минаевского моста продолжается. Ульяновцы с нетерпением ждут окончания работ. Параллельно и строят переправу через Свиягу на створе улиц Шевченко и Смычки. На строительные площадки приехал глава федерального транспортного ведомства Виталий Савельев. Обсудили и выделение федерального финансирования. Мосты надо достраивать. Мы попробуем сейчас при формировании бюджета на новую трехлетку попробовать все-таки средства небольшие, требуется чуть более 2 миллиардов рублей. Мы внесем такое предложение в правительство для рассмотрения. Безусловно, будем исходить из возможностей федерального бюджета. В настоящее время на мосту по улице Минаева построили кольцевую развязку в нижних слоях дорожной одежды со стороны улицы Ленина и объездную автомобильную дорогу. Смонтировали 4 велопешеходных тоннеля и установили балки под трамвайные пути. Кроме того, колоссальное количество работ по всему региону уже несколько лет проводят по федеральному нацпроекту. Если взять 22-й год, то только одних мостов было демонтировано 5, 23-й 10, и в этом году мы уже должны 14 отремонтировать. Порядка 80 новых объектов, 70 километров в этом году мы отремонтируем наших региональных дорог. Поддержка очень большая, она значимая. Помимо этого, в рамках визита Виталий Савельев посетил завод «Симаз» и филиал ПАО «Ил Авиастар», а также тренажерный центр УИГА, аэропорт Ульяновск-Боратаевка и музей истории гражданской авиации. Он поблагодарил губернатора Ульяновской области за внимание, которое уделяется регионам развитию транспортной отрасли, и отметил, что Минтранс продолжит оказание федеральной поддержки в реализации важнейших транспортных проектов. В частности, в 2024-2026 годах из федерального бюджета Ульяновской области будет выделено 11,3 миллиарда рублей на развитие автомобильных дорог. Юлия Руднева, Александр Кудряшов, Управда ТВ.